покидают береговую зону и направляются в безопасные места. Прошу обратить внимание на водную акваторию. Будет экстренный выход в море судов после получения сигнала об угрозе цунами. Сейчас мы производим оперативный скачок на 2 часа. За это время прошло 3 волны цунами. В результате воздействия волн на побережье было частично разрушено многоэтажное здание. В здании возник пожар, поврежден склад аммиака. Прошу обратить внимание на береговую часть, куда прибыли врачебно-следственные бригады территориального центра медицины катастроф, как медицинские работники приступают к развертыванию пункта сортировки пострадавших. Как правило, такие пункты развертываются на открытой местности. На акватории Амурского залива вы наблюдаете самолет Б-200, который проводит воздушную разведку. Справа над акваторией залива вы видите самолет Б-200, который заходит на посадку для высадки лодки и спасателей для подъема пострадавших из воды и доставки их на берег. Автомобиль пожарный многоцелевой с установкой для получения горячей, перегретой и температурно активированной воды. В данном командно-штабной тренировке было задействовано 196 человек личного состава, 28 единиц техники, 14 плавсредств, 2 воздушных судна.